Здравствуйте, дорогие все мои зрители, друзья, подписчики. Мы на Ганге. Смотрите, в Ганге сколько рыбы. Вы видите, да? А угадайте, кто их кормит? Моя Арджуна стоит, кормит. Я накатала тесто, я уже свой кусок теста, скормила. Вот. Смотрите, сколько рыбы, видите? Вот это в Ганге столько рыбы. Девчата, просто кишит рыбы. Видимо-невидимо. Видите, да? Вот все, кому не лень, и нам тоже сегодня не лень, мы сегодня решили тоже покормить рыб и тем самым сделать тоже одну тантрическую вещь, которая меняет карму в лучшую сторону в определенной сфере жизни, кормление рыб. Вот, смотрите, как много. Видите, да, вообще можно вот так вот весь день стоять, кормить, и на это смотреть вечность. Святая Ганга, святая рыба. Видите, как много. Люди святые тут стоят, вот йогу делают. Каждый занимается то, чем хочет. Здорово, да, девчонки? Смотрите, сколько рыбы, да? И прямо она вот на поверхности. Представляете, это только малая часть, вот только то место, куда Арджуна кидает корм. А вы представляете, сколько во всей Ганге этой рыбы? Тут вообще, даже когда купаешься, она возле твоего тела так шмык. Здорово, да? Даже полицейские девчата, которые сегодня вылавливают утопленников, пришли, встали рядом с Арджуной и смотрят на то, как он кормит рыб. Потому что такое зрелище забавное. Мусора накидали уже в Гангу, плавает. Видите, вода прозрачная, поэтому видно. Да, где это? Я не вижу камеры, где это вообще. Так, надеюсь, я правильно держу телефон и вам всем видно. А то тут солнце светит и мне это отсвечивает. Я не вижу, что я снимаю. Видите, да, сколько рыбы? Красота, да? Сколько рыбы? Видите, да, сколько рыбы вообще? Видимо, невидимо. А сколько здесь собралось этих водоемных полицейских, которые пришли вылавливать утопленников, но они встали среди... возле Арджуны, и все смотрят на то, как он кормит рыб. Посмотрите, девчата, какой улов у нас сегодня индийских полицейских, которые пришли ловить утопленника, но все встали возле Арджуны и смотрят на то, как он кормит рыб. Видите, какой улов у нас сегодня индийских мужчин. А этот лежит, йогу делает вообще, как ни в чем не бывало. Ну, типа йогу, колесо крутит. Смотрите, сколько спускаются по Ганге этих людей на лодках, которые, как это называется, я даже не знаю, сплав по воде, не знаю, как он называется. Ну, как говорится, Арджуна кормит рыб, а я снимаю. Йог снял штаны. Жарко, видите? Видите, да? Вот такая жизнь. Каждый чем хочет занимается. Вот такая жизнь, девчата, у нас.
кто-то купается, кто-то сплавляется на вот этих надувных лодках. Ну, тут целый бизнес. Вот люди прям приезжают со всей Индии, чтобы поплавать на этих лодках на Ганге. Вот. Все, Арджуна выкидал все тесто. Что-то разговаривает с водолазами. Не знаю, нашли, не нашли. Ну, короче, девчата, водолазы плавают, ищут утопленников. Оговорилась. Мы пришли покормить рыб, поделать свои, так сказать, практики для изменения кармы. Этот занимается физкультурой, лежит прям тут. Эти сплавляются, кто-то купается. Вот такая жизнь в Ришикеше на берегу Ганги. Мужчин дофига. Смотрите, все тут тоже вылезли посмотреть, что тут происходит. Ну, вообще, они любопытные. Арджуна что-то с ними разговаривает. Ну, все, девчата, всем пока.